наклонившись, увидели лежащие пелены. Вслед за ним приходит Симон Петр, входит во гроб, видит одни пелены лежащие и плат, который был не на главе, не с пеленами лежащий, но особые свиты на другом месте. Зачем так много, простите, о тряпках, в которые был завернут Иисус? А потому что уже потом, что было найдено? Что эти пелены лежали нетронутыми, тело прошло сквозь них. Тот плат, которым голову связывали покойнику, свитый, специально свернутый, особо на своем месте. Пелены на своем, плат, где голова на том месте. Особо свиты не развязаны, да его и не развязать было. Да там в темноте узлы крепкие, в темноте пещеры, там реально темно в пещере в этой. Я был в этих гробах древних, там ничего не видно. Что произошло, что Иисус прошел насквозь, когда воскрес из мертвых.